Здравствуйте! Рада приветствовать вас на канале MeloOpt. Сегодня вашему вниманию будет представлен мастер-класс по изготовлению мыла с натуральной губкой Люфа. Для этого нам понадобится форма пластиковая, круглая, Люфа. Я уже заранее размочила ее и обрезала по форме формочки. Вот так вот. Также я буду использовать основу мыльную. В этот раз я буду использовать основу органическую. Производство Англии. Она имеет такой слегка характерный желтоватый оттенок. Также нам будет необходима белая основа. Краситель. Я буду использовать краситель жидкий клюквенный. Отдушка. Клубника со сливками. Гликолевый экстракт чабреца для упругости кожи, спиртол и палочка стеклянная для перемешивания. Теперь растопим органическую мыльную основу. Берем пластиковую форму, сбрызгиваем ее спиртолом, для того, чтобы когда мыло хорошенько застынет, мы ее могли наше мыло беспрепятственно извлечь из формочки. И заливаем небольшой слой основы. Сбрызгиваем спиртолом, чтобы убрать лишние пузырьки. Расправляем люфу и помещаем ее в формочку. Заливаем оставшуюся основу. Заливаем не до конца, так как нам необходимо будет залить сверху еще один слой белой основы. И ждем, пока основа застынет. После того, как основа застыла, мы заливаем завершающий слой. Для этого я растопила белую основу, добавляю туда несколько капель красителя пищевого клюквенного. Хорошенечко все смешиваем. Добавляю отдушку, клубника со сливками. Добавляю гликолевый экстракт. И заливаю форму.
Ждем, пока основа полностью застынет. После того, как мыло застыло, я достала его из формочки и украсила с помощью атласной ленты и бирочки с надписью «С любовью». Выглядит наше мыло вот так вот. Такое очень красивое и необычное. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До скорых встреч!